Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Вадим Пачема. Сегодня в нашем выпуске. Что на обед у школьников? Проблемы в организации социального питания обсудили члены Государственного совета Республики. Миллион от государства. В Чувашии продолжается реализация программы «Земский доктор». Звуки всюду. Съемочная группа Первого канала снимет в Чебоксарах новый проект. В эти выходные в стране отметят День местного самоуправления. Поздравления с профессиональным праздником муниципальные служащие Чувашии принимали сегодня. На торжественном собрании глава республики обозначил и приоритетные задачи для органов власти. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Роль муниципальной службы трудно переоценить. Ключевая задача тех, кто работает на руководящих постах в районах, городах и селах – создавать комфортную среду. Запросы к органам власти растут, отмечает глава региона. Касаясь государственной поддержки, более чем 20 миллиардов рублей в этом году направляем муниципальное образование. Таких финансовых средств муниципалитетам никогда не направляли. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы особое внимание, особый приоритет отдаем муниципалитетам, населенным пунктам, городским округам для того, чтобы вопросами благоустройства, вопросами жизнеобеспечения, вопросами жилищно-коммунального хозяйства каждый день необходимо заниматься. В эффективно работающих муниципалитетах и инвесторы встают в очередь. Новые проекты – это рабочие места и стабильные налоги в бюджет. Ну, это благополучие семей и вообще развитие всего района. Очень серьезные задачи стоят. Дело в том, что по сельскому хозяйству на сегодняшний день к нам должны войти агрофирма «Альгеевская», которая, значит, планирует построить на наших землях. Кстати, хотел обратить внимание именно на землях, которые ранее считались у нас необрабатываемыми. Значит, комплекс для разведения КРС на 1200 голов. Земельные участки – доходная база. Залежных полей в республике не должно оставаться. Такую задачу перед властями муниципалитетов поставил глава региона. В Красноармейском районе эту проблему намерены решить до конца этого года. Мы начали эту работу еще зимой. Со всеми субъектами хозяйствующими, это значит и фермеры, и хозяйства. Из 17 тысяч где-то около 3 тысяч не оформлено. Задача поставлена, значит, до конца весенне-полевых работ мы это все закончим. И дополнительно бюджет района поступит где-то 1 100 000. Органы власти и местные жители работают сообща. Эффективным инструментом развития муниципалитетов стала программа общественных инициатив. Глава республики отметил, что в этом году предстоит реализовать более 600 проектов. И тем самым мы быстрее можем реализовать в реальной жизни правоприменительной практике все те предложения, просьбы наших жителей. Мы как одна управленческая команда работаем на повышение качества жизни жителей. Лучшим работникам местного самоуправления вручили благодарности, почетные грамоты и знаки отличия за безупречную муниципальную службу. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика. Как погасить задолженность перед людьми, которые честно выполнили свою работу, но зарплату не могут получить уже долгие месяцы? Сегодня обсудили в прокуратуре Чувашской Республики. Там прошло межведомственное совещание при заместителе генерального прокурора России. Долги по заработной плате, несмотря на все усилия властей и правоохранительных органов, увеличиваются. В общей сложности людям не выплачено более 160 миллионов рублей и большая часть бывшим работникам обанкротившихся предприятий. В 2,5 раза возросло количество предприятий должников с 23 до 56, в 1,5 раза число пострадавших работников. Конечно, отчасти это можно объяснить активизацией работы прокуроров, контролирующих органов по выявлению латентной задолженности. Необходимо усилить межведомственное взаимодействие и эффективнее использовать практику заслушивания руководителей предприятий-должников на трехсторонней комиссии при главе Чувашии. Подчеркнул в своем докладе начальник управления Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округе Александр Акатьев. Государство наделило каждый орган, руководители которых сегодня присутствуют в этом зале, своей компетенцией. И грамотно распоряжаясь представленными полномочиями, объединив усилия, можно и нужно сделать очень много. И в первую очередь поставить заслон
нарушению прав граждан на оплату труда. Сейчас рассматривается возможность в судебном порядке отдавать приоритет погашению долгов по зарплате после реализации имущества предприятий-банкротов и только потом направлять оставшиеся средства на погашение налогов. В некоторых регионах такая практика уже работает. Глава Чувашии уверен, эта мера поможет снять многие наболевшие вопросы. Например, в случае с Чувашавтотрансом очередность выплат необходимо поменять, поставив на первое место погашение долгов по зарплате. Но задача, касаясь вот очередности, там 60 миллионов рублей налогов, обращаясь к судебным органам, поддержать нашу вот инициативу, аргументацию и, защищая трудовые права наших граждан, все-таки вынести соответствующее решение суда. По итогам совещания приняты ряд решений, которые помогут усилить работу всех ведомств по защите прав граждан на оплату труда. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня огласили приговор виновнику страшной аварии, которая произошла в Чувашии 11 октября прошлого года. Тогда на трассе М7 в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района погибли 12 человек. Вечером 11 октября 2018 года микроавтобус, который следовал по маршруту Канаш-Москва, столкнулся с фурой. 11 человек погибли на месте, еще один позднее скончался в больнице. Следствие выяснило, аварию спровоцировал водитель самосвала. Установлено, что он двигался со скоростью не менее 85 км в час, тогда как на данном участке местности максимальная разрешенная скорость составляет 70 км в час. Кроме того, в нарушении правил дорожного движения подсудимый не успел среагировать на торможение впереди идущего транспортного средства, который он совершил перед пешеходным переходом, и вследствие чего принял решение выехать на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Гособвинение просило дать виновнику 6 лет лишения свободы, однако суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Подсудимый признал выезд на встречную полосу и частично компенсировал истца моральный ущерб. Признать виновным в совершении преступления присмотр частью 5 статьи 264 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С вами сроком на 2 года 6 месяцев. Также ему предстоит выплатить моральную компенсацию. Ольга Пырочкина, Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Чем обедают наши школьники, воспитанники детских садов и пациенты больниц? Проблемы организации социального питания обсудили в Комитете по социальной политике и национальным вопросам Государственного совета Чувашии. Что такое лечебное голодание, питание в больницах? Это, конечно, шутка из интернета, однако в каждой шутке есть доля шутки. Россияне привыкли, что в лечебных учреждениях лучше есть то, что родные принесли из дома. Ситуация несколько улучшилась, когда лечебные учреждения отдали сферу питания на аутсорсинг. Однако предприятия, которые взяли эту функцию на себя, жалуются. Согласно условиям аукциона, организовать завтрак, обед и ужин нужно по минимальной цене – около 117 рублей в день на человека. При этом с них требуется заплатить арендную плату за помещение больницы, там же оплатить коммунальные услуги, плюс затрата поварам, перевозка, налоги. Из 117 рублей остается 65 рублей. Вот, например, меню. Каша рисовая, молочная, вязкая с маслом, кофе с молоком, масло сливочное, крестьянское идет в день. Это завтрак. Плюс хлеб ржаной и хлеб пшеничный. Обед. За те же 60 рублей дальше пошло. Борщ со сметаной, гуляш из отварного мяса, картофельное пюре с растительным маслом, компот из сухофруктов. Ужин. Капуста тушеная, сосиски отварные, плюшка, чай с сахаром, кефир. Это на один день я меню зачитал. Кто-нибудь из вас может за эти деньги все это приготовить и дать людям? Никто. В школах ситуация проще, там арендную плату платить не требуется. Но проблемы тоже есть. Местные производители, у которых комбинатом питания рекомендовано закупать продукты, не всегда могут покрыть потребность. Не всегда есть возможность закупить тот или другой объем. Это в основном мясопродукты, это в основном овощи или, допустим, в основном это курица и яйцо. Хорошим подспорьем для школ является выращивание овощей в своих теплицах и на пришкольных участках. Однако для городских учебных заведений это не вариант, отметила заместитель министра образования Чувашии Алевтина Федорова. Практика была, что выращивали сельхозпродукцию, но, увы, местные жители почему-то считают, что можно пользоваться, и не всегда это возможно сохранить.
Что касается качества, за 2018-2019 годы Роспотребнадзор провел 120 проверок. Из нарушений – несоответствие рациона изначально разработанному меню и несоблюдение калорийности блюд. Вынесены 14 постановлений о назначении штрафов. Помимо Роспотребнадзора, качество питания контролирует Россельхознадзор, родительская общественность. Это позволяет предотвращать серьезные нарушения. В целом по республике горячее питание в школах получают более 97% учеников. Согласно опросу, который провел Общероссийский народный фронт, в нашей республике недовольны качеством школьных обедов только 9% респондентов. Председатель комитета Вячеслав Рафинов отметил, озвученные проблемы депутаты обсудят совместно с другими комитетами, в частности, с комитетом по бюджету, после чего, возможно, вопросы вынесут на сессию парламента. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. В Чувашии в программе «Земский доктор» приняли участие более 400 врачей. В нашей республике она реализуется с 2012 года. Теперь изменились условия программы. В сельскую местность стали привлекать не только молодых, но и опытных специалистов. Шаткая походка, было массивное кровотечение, 1,5 литра. Ну, сейчас по сравнению даже со вчерашним, с позавчерашним днем, полегче? Полегче. Валентина Майорова работает в Аликовской больнице вот уже 7-й год. Приехала сюда по программе «Земский доктор», отработала необходимые 5 лет в отделении реанимации и решила остаться. Район мне здесь нравится, больница нравится, медперсонал нравится, пациенты нравятся тоже. Вот. Так получилось, что задержалась здесь. Нисколько об этом не жалею. Свой 1 000 000 рублей, который она получила по программе от государства, Валентина вложила в недвижимость, приобрела жилье старшей дочери. Поддержать здравоохранение на селе, а заодно и сына, решил и Владимир Алексеев. Он попал в программу как раз благодаря новым условиям. Возраст земских врачей увеличили до 50 лет. Так что с декабря прошлого года Владимир стал сотрудником Аликовской больницы. В каждом моменте всегда ищешь что-то позитивное, поэтому любая смена деятельности, американцы утверждают, что раз в 5 лет надо что-то в своей жизни менять. Когда идешь на операцию, очень важно, чтобы на своих коллег, на анестезиологов была надежда. Вот. А так как они у нас оба опытные, поэтому мы идем со смелостью на операцию, потому что мы спокойны, что во время наркоза будет все спокойно, с больным будет все хорошо. Еще один земский доктор – Светлана Иванова. Она участковый терапевт. Ведет прием в больнице и навещает пациентов на дому. В рамках программы выездной поликлиники мы осматриваем пациентов на ФАПах в офисах. Для этого у нас там есть оборудование и кабинеты. Также к тяжело больным пациентам мы выезжаем на дом. С нами выезжают также и неврологи, окулисты, кардиологи. Терапевты, стоматологи, фтизиатры и рентгенологи. Всего в Аликово приехали работать 13 врачей разных специальностей. Здесь также работает программа «Земский фельдшер». На село пришло 2 фельдшера, которые работали, трудоустроились и работают на ФАПах по этой программе. Благодаря этой программе нам удалось справиться с дефицитом кадров. По настоящее время 91% мы как бы закрыли. Юлия Важенина, Республика. Во всех сельхозпредприятиях началась самая жаркая и ответственная пора. Этой весной надо успеть засеять 310 тысяч гектар различных сельхозкультур, половина из которых зерновые. С каждым днем все больше районов и хозяйств приступают к весенним полевым работам. О том, как идут работы в Батревском районе республики, далее в сюжете. На 2 недели раньше в этом году вышли в поля аграрии Батревского района. Работы идут в 2 смены. Дорог каждый погожий день. На сегодняшний момент уже засеяли более 200 гектар. В прошлом году озимые были засеяны на площади 5500 гектар. Правда, половина из них весной оказалась в неудовлетворительном состоянии. Хозяйство готовится к пересеву озимых яровыми культурами. Если вдруг придется напересеять, для них насеменный материал готов, у нас насчет этого проблем нету. Для проведения весенних полевых работ тоже грушно-смазочные материалы, семенный материал у нас полностью хватает. Вот сегодня где-то в 7 хозяйствах у нас идут осенние полевые работы. На сегодня 70 единиц сельхозтехники работают на полях. Мы уверены, надеемся, если погода позволяет, в короткие сроки должны посеяться. В числе первых на поля вышли аграрии хозяйства «Исток». Работники работают с азартом, стараются провести сев в срок.
Не отстают от коллег работники ЗАО «Батревский». Предприятие в последние годы закупило современную технику. От старых сельхозмашин стараются отказываться. Их ремонт неоправданно дорог. Трактористов поддерживают, обеспечивают горячим обедом, подняли зарплату. Оттого весь состав механизаторов работает круглый год, а не нанимается на сезонные работы. Надо вот создавать хорошие условия, хорошую зарплату заставлять. Вот на сегодняшний день даже 2000 они в день, 1500-2000 механизаторы зарабатывают в день. Но зимой вот 1000 рублей выходит. В Батревском районе, как и по всей республике, год от года увеличиваются посевные площади. Хозяйства обеспечиваются всем необходимым. Господдержка сохранилась на уровне прошлого года, а это чуть более 2,5 миллиардов рублей. Горючие смазочными материалами. Сегодня около 78% обеспеченность. Многие работают с колес. Завоз на дистопливо продолжается. Сегодня компания предоставляет скидку. И в ближайшие 2-3 месяца подорожания топлива точно не будет. Что касается минеральных удобрений, обеспеченность около 50% в хозяйствах, но у операторов в республике в целом удобрения есть, запаслись удобрениями. В целом у агрария все карты в руках, чтобы провести весеннюю посевную в оптимальные агротехнические сроки. Галина Титарчук, Александр Магарин, Валерий Резюков. Республика. Столица Чувашии назвали обладателя титула «Учитель года 2019». На победу в конкурсе претендовали 27 педагогов. Урок, мастер-класс, классный час, методический семинар. Победители муниципального этапа несколько дней соревновались между собой. Для 5 учителей, набравших наибольшее количество баллов, прошел еще один конкурс – открытая дискуссия. Именно он, по мнению участников, и оказался самым сложным. «Учитель года» – конкурс, который проводится уже почти 30 лет, и с каждым годом растет количество желающих принять в нем участие. Касаясь по темам создания условий для обучения и воспитания детей, многое с вами мы сделали. Государственная политика президента России Владимира Владимировича Путина направлена на то, чтобы еще максимально направлять бюджетные средства и создавать еще наиболее благоприятные условия. Ольга Физер работает в Урнарской школе. Она уже 10 лет преподает английский язык. И в конкурсе участвует второй раз. 4 года назад Ольга попала в число лауреатов. Тогда же пообещала себе стать первой. И в этом году ей это удалось. Я не включала очень много интерактива в урок и постаралась сделать так, чтобы детям было интересно со мной. Со мной, учителем. Вместе мы взаимодействовали, мы вместе искали ответы на вопросы. Вместе мы ставили цели и достигали их на уроке. Мне показалось это для конкурса и для детей в первую очередь важнее. В итоге Ольга не прогадала и теперь носит звание «Учитель года Чувашии 2019». На торжественном мероприятии наградили и участников конкурса «Воспитатель года», «Самый классный классный», «Социальный педагог года», «Педагог-психолог года», «Педагогический дебют». Волчкова Татьяна Владиславовна, воспитатель детского сада номер 128 «Василек», города Чебоксары. И Швецова Татьяна Витальевна, педагог-психолог детского сада номер 18 «Аленушка», города Шумерля. Главной наградой лучшим педагогом стала премия главы Чувашской республики в размере 150 тысяч рублей учителю года, 100 тысяч рублей воспитателю года и по 50 тысяч рублей победителям конкурсов «Самый классный классный», «Социальный педагог года», «Психолог года». Теперь лучшие в своих номинациях будут представлять Чувашию на российском уровне. Я приложу максимум усилий, чтобы достойно представить нашу прекрасную Чувашскую республику на конкурсе «Учитель года России» осенью этого года. Спасибо! Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня исполнилось 125 лет со дня рождения народного поэта, драматурга и прозаика Чувашии Семена Эльгера. Он оставил большое культурное наследие. Сегодня о творчестве и о жизни поэта говорили на вечере его памяти. Семен Васильевич Эльгер родился 19 апреля 1894 года в деревне Большие Абакасы и Бресенского района. Во время Первой мировой войны был тяжело ранен, попал в плен. На родину вернулся в 1916 году инвалидом. Работал учителем в родном селе. Первое свое стихотворение Семен Эльгер написал в 1921 году. Затем последовали и остальные. Самана, Юмаксем, Щутакунсем. Хорт вишсеп кильдем, пинчухшлем зем ярдом,
Семен Ильгер стал одним из основоположников чувашской культуры. Его творчество полюбили как дети, так и взрослые. Многие произведения были переведены на русский язык. Был он очень трудолюбивым. Без трудолюбия невозможно добиться такого большого успеха в чувашской литературе, какого успеха добился Семен Ильгер. Его очень уважали. Еще при его жизни был издан пятитомник. Это полное собрание сочинений Семена Ильгера. В память о чувашском писателе, публицисте, общественном деятеле Семене Ильгере учреждена престижная республиканская журналистская премия. В честь народного поэта назвали улицу столицы и школу в его родном селе. Мы очень гордимся нашим таким замечательным земляком. Изучаем его поэзию, его произведения. Все, которые у нас проживают, всегда вспоминают о нем с гордостью и также с большим уважением, потому что был это очень талантливый человек, очень умный, очень добрый, который всем желал всегда добра. К 125-летию поэта чувашский литературовед Сувар Эрдиван написал книгу под названием «Семен Ильгер». В ней он рассказывает о жизни и творчестве писателя, анализирует его поэзию, прозу. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Павел Иритков, «Республика». Как звучат Чебоксары и вся Чувашия, выясняет съемочная группа Первого канала. В республику приехала творческая группа «Тревел-шоу» «Звуки всюду». Акустическое приключение по Чувашии началось еще вчера и будет продолжаться целых 6 дней. Все, внимание, поехали. Сегодня ведущий Руслан Фаршатов покорял главный символ города – мать-покровительницу. Ведущий ищет звуки буквально всюду. К тому же он не расстается с гитарой, и к приезду в нашу республику Руслан подготовился и начал учить чувашскую песню. Шурхи ожа, тулик лопка эшенче, эптухара пурама, я на курас. Ну, практически выучил уже. Призываю всех жителей Чувашии писать. Находите меня в социальных сетях, Руслан Фаршатов. Пишите свои варианты звуков, с чем у вас ассоциируется, с какими звуками ассоциируется Родина. Я с удовольствием постараюсь их найти, записать и собрать из них музыкальный трек. Съемочная группа приехала в Чебоксары в четверг и сразу окунулась в местный колорит. Обычно первый день такая раскачка, обычно там мы так, как мы знакомимся с городом, город нас сначала принимает, как понимает, что мы приехали с благими намерениями, вот, и потом начинает только нам, звучать начинает для нас, вот. А вчера у нас сразу все как-то так завертелось, начиная с самого раннего утра, мы гуляли по набережной, там познакомились с девушками, которые занимаются скандинавской ходьбой, и девушка сказала, а вот у нас сегодня будет один из этапов «Мисс Чувашия», и там девчонки будут петь, плясать, читать стихи и так далее. И мы такие, а почему нет? И вот наш вчера ведущий принял участие в отборе, посидел в жюри и спел с ними чувашскую песню. Изучать звуки в городах и районах Чувашии съемочная группа будет почти неделю. Все находки лягут в основу отдельной музыкальной композиции, которую можно будет услышать на телеканале «Поехали» накануне 1 июня. Ирина Волкова, Борис Андреев, «Республика». Сразу после новостей смотрите программу «По существу». Евгений Маскин, начальник отдела Министерства финансов Чувашии, расскажет о Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. А я с вами прощаюсь. Берегите друг друга. Хороших вам выходных. Встречаем весну ярко. Плащи, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков, тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. На ярмарке «Ермак» обновился ассортимент верхней одежды. Более 5000 наименований курток, ветровок, пальто и плащей. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Здесь такое количество стильной одежды, что выбрать что-то одно очень сложно. В магазине первый раз, поэтому мне все интересно посмотреть. И у вас, я смотрю, выбор большой, и цветовая гамма такая интересная. Вот сейчас пойдем посмотрим, и, может быть, что-нибудь выберем. Мы хотим на весну что-то, чтобы светлое было, вот, весеннее, радостное. Вот поэтому пришли сюда. Самые актуальные цвета – горчичный, винный, бирюза, оливковый. Стильные короткие куртки для активного отдыха, удлиненные для дам всех возрастов. Сюда приехали, увидели, что весенний ассортимент
куртки хорошие. Вот и выбрала я себе хорошую куртку, подходящую. Расположение магазина мне устраивает, удобно. И с остановки недалеко тут, рядом. Понравилось. Не забыли и про мужчин. Коллекция мужской одежды занимает здесь добрую половину магазина. Продавцы-консультанты всегда готовы помочь в выборе. Предложат модели на любой вкус и по самым демократичным ценам. У нас цены идут оптовые от производителей от 2000 рублей. Наш магазин работает ежедневно без выходных с 10 до 20.00, по воскресеньям до 18.00. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49. Приходите, выберите понравившийся вариант и будьте в тренде весной 2019 года.